Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской области располагает сведениями о том, что гражданин Российской Федерации в период с марта 2020 года по июль 2020 года предпринимал попытки сбора сведений в военной области о перспективном российском вооружении, а также установления контактов с представителями специальной службы иностранного государства с целью передачи собранных материалов для использования против безопасности Российской Федерации. На основании изложенного объявляется официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации и государственной измены.